По данным переписи 1897 года, каждый третий житель Петропавловска называл своим родным языком татарский. Более 100 потомственных дворян города были татарами, а среди купцов их доля составляла 2/3. На тот момент товарооборот был 50 миллионов рублей. То есть это огромные деньги, которые обрабатывали здесь, в Северном Казахстане. Но в то же время купцы были очень большими меценатами. Байзитов, например, он содержал противопожарную станцию и хозяйственную службу города Петропавловска. Открывались частные библиотеки публичные, открываясь татарами купцами. Выпускались даже журналы, открывались театры. Татары очень много внесли в развитие данного региона.